такое было ртолей, который я готов сейчас греть, а пойдет. Три рефана от Барскина через фанбокс. Тоби Барскин в обратную сторону фанбокса. Разбитная рука тоже заскучил, и все делал себе фронт-флип через фанбокс. Два долца дипа в квадре прямо перед судьями. Разворот к Барскину. Барскин на ноу-хэнд через вулканчик и 4 вифа через на пылике по прямой. Продолжает движение вниз. Брайт к водоре. Ой, прошу прощения, вторая через уголок. От своего, по его попытке остается свой 15 секунд. Тарас требуется собраться со всеми силами, смысле перевести дух дыхания. И все, и поехали. Итак, подает бэкфлип Барскин прямо через фанбол с планированным дизастером. И на позитивный вип сразу. Отличная попытка отказанная. Итак, возвращаемся к Виктору Демьянову.